Между тем, в администрации Петрозаводска прошло заседание комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Глава города Инна Колыхматова заявила, что сейчас идет подсчет средств, необходимых для борьбы с паводками. Деньги возьмут из городского резервного фонда. Возможно, потребуется обращение за финансовой поддержкой властей республики. Весна в этом году выдалась капризной, с дождями, снегопадами и потопами. В Карельском гидрометцентре рассказали, чего еще ждать от апреля и когда в республику придет тепло. По словам синоптиков, температура воздуха сейчас не особо отличается от средних показателей прошлых лет. Но по осадкам этот апрель стал аномальным. Я думаю, что по итогу он выйдет такой, ну, в районе градуса выше нормы. Но что касается количества осадков, то здесь, конечно, можно уже, наверное, с уверенностью сказать, что осадки будут избыточные в апреле. Норма небольшая для апреля – 32 миллиметра. И вот 3-го и в течение 4-го уже было 33 миллиметра. И сейчас еще осадки продолжаются. И впереди характер погоды очень неустойчивый. То есть такой бурной весны у нас не будет. Постепенно все будет повышаться. В какие-то годы, у нас же в 2000 году до 24 градусов даже бывали подъемы температуры уже вот в середине апреля. Но в этом году мы не ждем таких вот бурных каких-то теплых изменений сразу. Подробнее о сюрпризах, которые принес жителям Петрозаводска и Карелии ненастный апрель, расскажем сегодня в программе «Пульс региона».